Возникла проблема. Записано недавно. Это бивни. Приближаемся к зданию. На отметке агент. Однако вскоре мы потеряли с ней связь. Покажи запись камер, которую она передала. Сейчас включу. Что им там надо? Навскидку. Лаборатория на подземных этажах. В них много прототипов для Министерства обороны. Дело плохо, в общем. Вопрос в том, насколько. Надо выяснить. Этим-то ты и займешься. Вы в безопасной зоне. Найдено мобильное устройство. Какие планы на праздники? Съезжу в Нью-Йорк в гости к родителям. Не забудь взять марлевую повязку. Там какая-то зараза гуляет. Ага. Я немного переживаю, если честно. Поищи там, чем можно проделать вход, и побольше. Это отвлечет бивни и даст тебе время проникнуть на объект. Опирайся, противник! Нужна поддержка! Меня тут прижали! Отряд рвет нашу оборону нахер! Проделать вход, а не взорвать Пентагон нахрен. Меняем позицию. Ровно меня надел!
Противник движется. Вижу цель. Противник устранен. Быстрее заходи внутрь. Система установлена. После того взрыва в Пентагоне начались перебои с электричеством. Это проблема, но она решаема. Будь начеку. Не думай, что внутри будет так же тихо. На территории, но не знает, куда ты идешь. Так что действовать надо быстро. Черные бивни завезли в центральный двор бурильное оборудование. Наша первоочередная задача — не дать им докопаться до того, что они там ищут. А потом надо выяснить, что именно там закопано. Я буду помогать тебе отсюда.
Управление отключено. Включи предохранитель. Перегрузка. Предохранитель сгорел. Поищи там где-нибудь запасной предохранитель. Подача электричества восстановлена. Отлично. Теперь займемся буровой установкой. Тут нужна взрывчатка. У Бивни она наверняка есть. Просто поищи ее. Переговоров противника. Это Бреннер. Удвоить патрули и охранные посты. Здесь спецотряд. Людей не хватит. Мы и так выбились из графика. Это приказ. Да. К Буру тебе придется прорываться с боем. Тут сидит! Стреляй же в него! Враг перед нами! Нашего убили! А, идут на нас! Я их видел. Пробегай! Так точно! Обнаружена взрывчатка. Она пригодится тебе для боя. Найдено электронное устройство. Думаешь, ЦКЗ ее так и не найдет? Да, он убил
убивает людей уже лет 30. Нужно подкрепление на центральный двор. Нельзя подпускать их к буру. Вас понял? Так, ты уже на центральном дворе. Взрывай эту буровую установку. Командир, бур выведен из строя. Уничтожьте этих говнюков. Направьте на перехват все силы, какие у вас есть.
очередной! Изолированный сервер. На нем полная база проектов и оборудования в Пентагоне. Нам она и нужна. Если получишь отказ в доступе, подключи ИСАК. Он найдет нужный ключ безопасности. Электронный замок. Веду поиск кодов доступа. Холлом потеряно. Перекройте все! Браво 1-9. Охраняйте штаб. Браво 1-6. Направляйтесь к серверам. Выполняем. 1-6 вышел к серверам. Вплотную.
Думаешь, он заработает? Иначе бы меня тут не было. Я бы уже окопалась в заповеднике Шенандо и ждала бы конца света. А ты собиралась? Ага. У нас там семейный домик. Черт. Надо было мне к вам поехать. Ну, как обычно, ты задним умом крепок. Кстати, тебя туда никто не звал. Вот они! Запрос помощи.
Выдвигаюсь. Бой вступил. Соединение установлено. Обнаружены электромагнитные помехи. Ты же не думаешь, что твои игрушки тебе помогут? Система неисправна. Система работает. Система неисправна. Система активна. Система урезана. Система восстановлена. Система неисправна. Система активна. Сбой системы. Система восстановлена. Система неисправна. Система работает. Сбой системы. На меня! Я агент спецотряда! Положи эту херню! Не хватало еще, чтобы ты случайно активировал мину ячейку и взорвал нас всех к чертям! А что, так можно? А что, я знаю? Я тебе кто, агент спецотряда? Система урезана. Система активна. Система неисправна. Система урезана. Я пуст! Система активна. Стреляй же в него! Сбой системы. Система работает. Система неисправна. Система активна. Система урезана. Система работает. Система неисправна. Система активна. Система урезана. Ошибка чтения данных. Хреново. Эти ЭМИ-агрегаты испортили сервера. План А накрылся. План Б — извлечь данные прямо из их системы. У них оперативный штаб на крыше, неподалеку от тебя. Там должна быть вся нужная нам информация. Система восстановлена.
большую коммуникационную вышку, и как только проникнешь в их систему, жди целую толпу гостей. Противник приближается к четвертой станции. Вот дерьмо! Задержите их! Сейчас к вам вылетит подкрепление. Обнаружен дрон класса «Мародер». Часть данных удалена. Восстанавливаю файлы. Отлично. Сейчас пороюсь в этих файлах и попробую выяснить, что же они тут ищут.
Обнаружен дрон класса «Мародер». Обнаружен дрон класса «Мародер». Данные восстановлены. Передаю. Так, кое-что есть. Главная цель черных бивней — перфузионный биореактор. Что еще за биореактор? Рычаг влияния. Потом объясню. Сейчас главное достать этот биореактор. Нельзя отдавать его бивням. Конец связи. Возвращайся ко входу. Я проведу тебя вниз, в Дарпа.
Это перфузионный биореактор. Благодаря тебе у нас есть противовирусное широкого профиля на случай новой вспышки. Но его и близко не хватит на всех. А с этим устройством хватит. Поэтому оно нам так нужно. Но сперва надо решить еще одну проблему. Мы точно знаем, что бивни пытаются достать биореактор с помощью бура. Хотят перехватить его у нас. Надо помешать им. Сорвать планы. Это устройство должно достаться нам абсолютно любой ценой. Теперь Исаак сможет открыть тебе эти защитные двери. Обнаружено мобильное электронное устройство. Я никак не ожидала, что вирус и до нас доберется. Я слышал, что Билл и Микки слегли с гриппом, поэтому все теперь под карантином. Да, плохо дело. И для них самих, и для всего проекта. Теперь из-за этих ограничений работать будет гораздо сложнее. Вот что бывает, когда заводишь служебный роман. Злой ты. Если эта парочка подхватила долларовый грипп, я тут ни при чем. Биореактор находится где-то в недрах лаборатории. Теперь бивни точно знают, куда ты идешь. Они тебя встретят. Командир говорит, к нам идут гости. Идите в оба. Я что-то слышал. И что? Я вижу. Ситуация с зарядами. Как раз подключаем. Поторопитесь, а то к вам уже гости пришли. Мне это. Значит, люди Бреннера на что-то тратят много электроэнергии.
Обнаружены штурмовые дроны. Замечен дрон-боевик ренегатов. Терминал питания. Иди к нему и пусть Исаак вырубит систему питания. Продолжаю отключение. Не отходите. Что происходит? Обнаружены штурмовые дроны. Вне зоны охвата. Отключение прервано. Обнаружены штурмовые дроны. Терминал отключен. Полдела сделано. Теперь отключи другой терминал. Обнаружены штурмовые дроны. Продолжаю отключение. Не отходите. Принято. Дрон навелся на меня! Успешно отключено. Это должно вырубить дроны. Высылаю дрон! Ну, кто у нас тут? Дай перезарядить! Спокойно! Противник устранен. А теперь ноги в руки и за биореактором. Эхо-2. Почти готово, но мы не можем рисковать. Оборудование хрупкое. Понял. Бреннер, мы стараемся не подпускать их!
Защитник ренегатов. Замечен дрон-защитник ренегатов. Я не понимаю. Выявлено серьезное ранение. Сектора. Все входы опечатаны. Судя по плану лаборатории, туда можно попасть через вентиляцию. Система урезана. Система восстановлена. Эхо-командир, заряды готовы. Эхо-командир убит. Черт! Встретимся наверху с реактором. Найдено электронное устройство.
все, работа закончена. Проверь пломбы еще раз. Я уже 4 раза проверил. Все запечатано. Проверь, вреда не будет. В ЦКЗ все еще не получили эффективной вакцины. Ждем? Ладно. Во время работы я хотя бы забываю, насколько у нас все дерьмово. Площадке. Где мой биореактор? На барже. Отправлен к вам, командир. Иду наблюдать. Веду цель. Отработал по цели. Вы за это заплатите, суки! Этих туннелей нет ни на одном плане. Там я не смогу тебе помочь. Вперед! Бейте этих садов! Точно в цель! Я справлюсь. Пытаются прорвать с фланга! Броня разваливает!
заметен. Ворота заклинило. Обнаружен погрузчик. Погрузка в грузовой лифт. Командир, мы потеряли контроль над грузом. Всем бойцам в секторе, срочно туда! Остальные на вертолетную площадку. Come on!
Что ты идешь к вертолетной площадке и ждет тебя. Активируйте турели! Нужно отрезать врага от поддержки с воздуха! Замечены автотурели. Наш вертолет готов эвакуировать биореактор. Как зачистишь сектор, подавай сигнал пилоту. Огонь!
команде! Давай! Срочно требуется медицинская помощь. Минометы по этой позиции! Огонь!
Вижу цель. Противник идет с флангом. Внимание на фланг! Вон там! Вон там! Не могу выйти! Блестяще. Теперь давай сигнал. Поняла, мы уже в пути. Это все меняет. Но изменит. Нам нужно следить за безопасностью производства и эффективностью этого антивирусного препарата. Нужен толковый человек, который сможет контролировать процесс целиком. Мы не имеем права на риск. Но об этом мы подумаем завтра. А сегодня отпразднуем твою победу. Большую победу.